Знаменитый актер Владимир Яковлевич Самойлов всегда хотел играть на сцене и в 1945 году поступил в театральное училище в Одессе. Тогда же он встретил свою Наденьку, музу и единственную любовь. Они вскоре поженились и были верны друг другу всю жизнь. Некоторое время супруги служили в Одесском драмтеатре, потом их пригласили в труппу драмтеатра Кемерово. Владимир и Надя мечтали стать родителями, и Господь подарил им сына Александра, после чего они переехали в Нижний Новгород и служили в драмтеатре имени Горького. А в 1968 году он стал настоящей звездой Московского драмтеатра имени Маяковского и драмтеатра имени Гоголя. Надежде не удалось построить карьеру, однако она была верной спутницей его жизни, поддерживала ее во всем и была опорой в трудные периоды жизни. В конце 80-х у нее врачи обнаружили онкологическое заболевание. 8 сентября 99 года Владимир находился на сцене, когда его сердце внезапно остановилось. Надежда Федоровна прожила без любимого человека всего пару месяцев. И все же судьба подарила им более 50 счастливых супружеских лет жизни.